Этот парень зарабатывает 4000 рублей в день с Авито, и давайте скопируем его бизнес. У него вот такой Авито аккаунт, JK Store, и он разместил на нем 9 объявлений по продаже кресел. Давайте посмотрим, например, на это объявление. Кресло игровое Zombie Thunder 3X, черного цвета. Окей. Продает за 12 тысяч рублей. При этом, посмотрите, фотографии-то явно не его. То есть он просто их заскриншотил с какого-то сайта и выставил на Авито. Окей. В описании он, ну, написал как бы 3 строчки. Все понятно. Дальше. Заходим на сайт Мегамаркет. И видим, что это же самое кресло тут можно купить за 18 тысяч рублей. Но при этом бонусами нам с него вернут 55%, что составит 10 тысяч рублей. Да, то есть чистыми кресло нам обойдется примерно 8 тысяч рублей. И это я еще не считал промокоды, по которым можно получить скидку 1-2 тысячи. Но давайте без них. То есть пусть нам кресло обходится 8 тысяч рублей чистыми. Получается, что если мы его продаем на Авито за 12, то мы зарабатываем 4 тысячи рублей с каждой продажи. И так можно повторять сколько угодно раз. То есть получается, мы выставили на Авито объявление, мы не покупаем товар и ждем, когда у нас закажут доставку, либо договорятся с нами о личной встрече. И после этого мы выкупаем с Мегамаркета за данное кресло и отдаем клиенту, и забираем себе разницу в 4000 рублей. Наценка это очень хорошая. Обычно те люди, которые продают всякие айфоны на Авито, у них наценка там на рублей 900. А тут 4000, ребят. И при этом это тот товар, по которому практически нет конкуренции. То есть вы можете выложить там 1-2 объявления, и у вас пойдет трафик, потому что не так много объявлений, у вас мало конкуренции в этой нише. Так что обязательно пользуйтесь этой бизнес-идеей, она очень классная.